На самом деле земля нам все дает, абсолютно все. И мне кажется, недостаточно у людей вот уважения сегодня к земле. Мы уходим в города, мы не то что забываем свои традиции, мы вообще, наверное, не понимаем, что все, что мы имеем в этой жизни, мы имеем благодаря тому, что земля есть. Недавний опыт нашего государства, то, что было во время перестройки, как раз благодаря дачам, благодаря тому, что в каждой семье были свои огороды, своя капуста, своя картошка, люди выжили в это время, не было голодовки. Благодаря дачам, которые были у людей, я считаю, не было такого большого взрыва эмоционального, не было революции. Она прошла, революция, которую подготовили нам спецслужбы, да. Поэтому я считаю очень важно вот именно уделить внимание, 23 июля мы празднуем такой праздник, День Земли. И я считаю, это праздник народный, и поэтому правительство должно принять этот праздник, утвердить на государственном уровне, чтобы все люди проводили, любили землю, почитали ее, и назвать его праздник дачника и всей земли.